Так, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать! Ятрить, колотить, я могу орать и сказать на всю квартиру «Жопа!» И мой батя не забежит в комнату, не отшмагает меня ремнем, потому что я уже в Новосибирске. И добро пожаловать в новую серию «Выбери правильный туалет, унитаз, кровать, носок, туалетную бумагу, зубную щетку». Всю жизнь, короче, выбери правильную, и тогда сможешь выжить. Мия! Стасик, любительница винишка, и хлебушек, любитель больших твердых батонов. Ну, в смысле, он любит их покушать. И Эдисон. Всем привет. Хлебушек, это не то, что ты подумал. В смысле, батоны, Он обиделся. Не тянем кота за коки-шмоки, поэтому давайте сразу же будем приступать. Я в этой серии хочу первым нажать, я нажимаю первый, и мне выпадает красный. Так, я опять если я опять сми... Я с кем? Все понятно. Нет, подожди, Стасик, в клетку. Я в тюрьму, Меня поставили добрые традиции, иду первым. Да. Все верно, сухарик идет первым, поэтому жди здесь. Мы тебе, много окон, мы сейчас тебя топяхнем, подожди. И эта серия этой рубрики выходит только и только благодаря тебе, потому что мы вот с этими наркоманами Петровичами каждую серию видим, насколько же много лайков у нас набирается предыдущая серия. Поэтому в этой серии у нас будет «Выбери правильную бочку», но если предыдущая серия завязывалась на том, чтобы выбрать, что у нас там было, бикини, труселямбы, короче, пляжная вечеринка у нас была, то в этой серии у нас будет «Мистические существа». То есть, ты сам сейчас все, сухарик, увидишь, главное, выбери правильную вещь, а то станешь, я даже не знаю кем, реально, русалкой какой-то, или... Ведьмой, кентавром, может, у тебя две... Дебилом. Кто его знает? Кто его знает, кем ты станешь в этой серии? А ты подпишись на канал, не будь жопой! Я обещаю то, что сразу же выйдет новая серия, когда ты это сделаешь. Ну и, конечно же, можешь лепить лайк укусик, если не хочешь превратиться у того, у кого превратится сегодня сухарик. Сухарик, приступай. Ну. Эники-беники, еле вареники, эники-беники. Раз. Подожди. По традиции. Мальчики всегда выбирают лифчики. Девочки всегда выбирают что-то нормальное. Здесь была еще куртка мамкин пирожок. Ну хорошо. Тебе идет. Нет. Должно быть, да, так и должно быть. Хорошо, дальше. Сделать рога быка. У нас идет образ. Здесь у нас был образ. Хотя я не буду палить, потому что все Стасик увидит. Для Стасика это будет сюрприз. Сделай рожки, наш бычонок. Баран. Тебе нужно было сделать быком, а ты стал бараном. Ладно, давай, сухарик, дальше. Пока что все идет очень-очень гладко. Шапка молодая коровушка. Вот прям, реально, вот прям. Надень. Быстро надень. Ай-я! Вот это просто, это комбо просто. Я даже сам не ожидал, что так совпадет. Ну, хорошо. Ты все равно баран. Сухарик, дойки у тебя то, что надо. Давай, дальше. Выбирай. Что ты выбрал? Деревенский тварь. Покажи, что ты выбрал. Покажи. Простоквашина. В этой серии вы будете сами выбирать ту еду, которой будете питаться. Я вам больше не буду давать там дошираки и прочие ебутики. Вы сами все выбирайте. Подожди, сухарик! Подожди, пожалуйста, ничего не клацай. От этого выбора зависит вся твоя жизнь просто. Вот прям, что ты сейчас выберешь, потом пеняй на себя. Ну или как тебе будет унижать? Я выбираю окно. До свидания. Да иди сюда! Иди сюда, не нужно никуда возвращаться. Давай выбирай. Я просто говорю то, что... Ну почему мужики выбирают каждую серию то, что должны выбирать девушки, а девушки наоборот? Делай себя... Бабой. С хвостом. Рыбьим. Ты не Ариэль. Принца у тебя не будет. Ты реально, как ты говорил вначале, ну, похож на дебила. Я просто. Дебил. Просто дебил. Давай, уроже, пипихалка. Покажи свою пипихалку, сухарик. Ну ты посмотри, просто кля. Ну реально, ну совпало. Лифчуган есть, хвост русалки есть. И горит му, что вообще как бы не соответствует русалке. Ну ладно, сейчас мы тпхнем Стасика, и Стасик все сама увидит. Смотри, как тебе Ариэль, как тебе нравится? Стасик, сейчас твой выбор. Тебе нужно превзойти сухарика и показать нам свое мастерство. Что ты выберешь? Первую бочку, какую? Левую, центральную или правую?
куртка ля какая! Ну, минус я и все, до свидания, я в окно. Как обычно, у Кати что-то из глаз торчит. Так, подожди, сделать рога... Да ты что издеваешься, вы бычары? Что? Что одна, что другая? Стасик, давай рога быка делай. Нормально, Стасик, проходи дальше. Третья бочка. Что ты выберешь? Фуражка полицейского Лохопедина. У него фамилия такая, Лохопедина. Ну, настоящий ДПСник на дороге, просто рогатый баран. Давай, не в обиду ДПСникам, если меня кто-то из полиции смотрит. Хотя вряд ли меня кто-то из полиции смотрит. Смотрел, наверное, уже давным-давно засудил и там засадил в обезьянник. Что ты выбрала? Ты яблище выбрала? Ты яблище, а вот сухарик творожок выбрал. Давай четвертую. Да вы издеваетесь? Ты что, издеваешься? Че, реально две русалки будут сражаться? Что один рогатый баран-русалка, что другая? Это как бы не в обиду, это факт. Факт остается фактом. Да хватит уже мукать. Ну, я. Стреляющая рыба против шахтера рыбы. Вы готовы, морские пираньи? Я не знаю, честно, кто вы такие, но я думаю то, что... Да ты заколебал мукать уже! Я думаю то, что вы готовы к сражению, поэтому давайте, потопали. 500 рублей как-никак на кону. У меня в инвентаре уже 17 пятихаток. Когда будет 20, тогда сразу же откроется магазин, и в следующей серии, скорее всего, у нас будет уже то... На что мы можем тратить вот эти баблишки. Поэтому давайте сражайтесь как можно лучше за бабло, потому что все же 500 рублей на кону. Мия, ты готова запускать шарманку? Начинай! Ребята, вы должны затащить. Покажите, у кого хвост сильнее, покажите, кто лучше русалка. У Стасика есть лук. Лук как бы наносит очень много урона, но все же... Стасик! Стасик, ты вообще как бы смотри, что сзади тебя там находится, нет? У Стасика есть лук, но этот лук дает джамбуст, точнее прыжок сухарику, и сухарик может прыгать очень высоко, тем самым уворачиваться от Стасика. Стасик, попадай хотя бы, пожалуйста, куда ты стреляешь, ты вообще в другую сторону стреляешь. Сухарик, вот именно сухарик просто над тобой прыгает и просто тебе бошку пробивает сверху. Почему это урна? Бои без правил. Бои без правил. Один пошел, второй пошел. Ля, сразу третий пошел! Мелкий пошел! Да? Все, мне хватит. И все за сухариком. Стасик, давай. Давай, Стасик. Давай, снайпер, давай, ты его порешаешь, только не зомбарей стреляя, прям сухарику попадай. Пришло время. А че он стоит? Он стоит. Вот это заснайперило! Сейчас отбивайся сама, Стасик. Сухарик, пятихатку гони, жлоб. И творожок один, дай Стасику, чтобы она наелась. Это у нее только яблище есть. Все, спасибо. Мия, в тюрягу. Карма, любимая моя, я тебя просто обожаю всем своим сердцем. Не накажи меня, пожалуйста. Да, я сегодня грешил. Да, я сегодня посмеялся над сухариком. Да, я сегодня посмеялся над Стасиком. Но я не достоин того, чтобы ты мне сейчас дала самые плохие вещи. Прости меня, любимая. Подскажите, пожалуйста, что выбрать? Какой лучше? Левый, правый, центральный? Это выбери. Это, вот этот выбрать, говоришь? Хорошо, но я выберу вот этот. Хорошо. Яблища! Тоже, Стасик, сегодня мы с тобой по яблищу заточим, каждый из нас. Что можно выбрать сейчас, подождите? Сердце подсказывает, вот прям пятой точкой чувствую то, что вот это. Здравствуйте, уважаемая. Хорошо. Дальше, что я могу еще выбрать? Подскажите мне, пожалуйста. Мне почему-то подсказывает также сердце то, что вот это. Образ кентавра. Дайте мне секундочку. Да подожди, и вы реально думаете, что это не карма? Посмотрите на меня. Я уж боюсь, знаете. Это даже не сравнится, мне кажется, с той же русалкой. Не стойте сзади меня, копытом по роже засажу. Поэтому дальше что я буду выбирать? Я выберу вот это опять. Что, это прям, знаете, как в каких-то фильмах, вот там когда кентавры там прыгают и стука всех расстреливают. Прям настоящий кентавр, только просто посмотрите на меня. Дальше, дайте мне, пожалуйста, что-то хорошее. Вот я даже, вот это. Ага.
кентавр полицейский. Ну, в принципе, нормально. С Люсей, в принципе, очень даже хорошо сочетается. И последнее, что у меня осталось. Ну, если я иду по такой траектории, как было вот в предыдущих бочках, поэтому я выберу также вот эту, пожалуйста. Ну хотя бы не быка, хотя бы не быка, потому что, ну, быки уже есть. Еще лучше! Еще лучше! Они хотя бы быки, а я оленем буду. Ой, и пардон. Вот вылитый олень, и то ли кентавр, то ли олень, я даже не знаю, Рудольф, реально. Ну, слушай, я не знаю, как оценить свой образ, оцени пока что ты. Чей образ из нас троих, и сейчас из Мии будет лучше всего. Я не знаю, честно. Мия, ты пехайся к сухарику, зацени мой образ. Иди сюда. Не чекай! А почему ты конь? Седай, мать, седай! Давай на меня! Нельзя тебя покатать. Ладно, Мия, давай твоя очередь выбирать. Я не знаю, сможешь ли ты меня превзойти. Поэтому давай, мать, погнали. Левый, правый или центральный? Что ты выберешь? Ты выбрала вот это. Ну, кстати, ты сегодня будешь питаться бутиком. Бутика еще ни у кого не было. Поэтому, Мия, ты молодец. Конь, дальше. Это поем. Что ты выберешь? Выберешь... А чё это? Нормально. Мы двигаемся в нормальной траектории. Я даже не знаю, на ком сегодня карма отыгрывается. Скорее всего, реально на мне. Потому что я не знаю, что может быть хуже. Кентавра, Люся, оленя, ДПСника. Что она выбрала? Что ты выбрала? Русалка. Три русалки, один олень. Все же карма на мне отыгралась. К сожалению, один образ у нас остался нетронутым. Но, возможно, будет в следующей серии. Кто его знает? А чтобы следующая серия вышла, ты знаешь, что нужно делать. Пока я заговариваю всем зубы на то, чтобы они ставили лайк и кусики. Возможно, все же сейчас кто-то поставит. Мия выбирает четвертую бочку. И что же она прямо сейчас выберет? Мия. Здравствуйте. Мы сегодня с вами будем перестреливаться, вот прям снайперы. Мия, предпоследняя бочка, выбирай что-то хорошее. Выбери то, что еще никто не выбрал, пожалуйста. Нет, это уже выбирали. Три ДПСника, три русалки. Ну, я хотя бы не олень. Ну, ты хотя бы не олень. Ну, да, ты хотя бы не олень. Сухарик, вообще тихо будь. Давай, Мия, выбирай. Что? Иракет. Иракет. Сделай иракет. Прямо сейчас будет утка, настоящий байкер. Такой, с такой прической, гривой огромной. Да как его ставить, майкер? О, слушай, прям до свидания. Прям. Утка, байкер, ДПСник, лучник. Мать, ты готова за пятихатку бороться? Нет. Я вот на самом деле тоже не готов. Я, в принципе, готов покатать детей на себе. Я не знаю, я буду так сейчас зарабатывать покатай деньги. Меня. Ну давай садись, только как ты на меня сядешь? У тебя ног нет, у тебя хвост. И шо? Раздвигай хвост, Мия, и садись тогда. Я не знаю как. Это так звучит! Это нормально звучит. Если бы я сказал, раздвигай ноги, но хвост-то раздвинуть нельзя или можно? Я поскакал просто. Ты думаешь, я тебя не видел? Твой ник. Я бы... Опа! Мия. Ай. А, я не туда. Да подождите, вы-то кто меня бьет откуда-то? Или это на шипах просто был? Подождите. Мия, подожди, пожалуйста. Да, ёханый баба, я не туда зашел. Почему у меня хп это снимает ученок? Так нечестно. Да, вот тоже нечестно. Да, хватит мстить, сухарик. Да идите. А почему они сразу же эти... Сухарик, хватит. Это не я был. Это вообще нечестно. Я тут ни при чем. Спасите меня, пожалуйста. Мрачная пописяка, сухарик мстительный просто очень человек. Это не я. Да, сухарик, отмазывайся. Все мы знаем, что это был ты. Мне так без разницы. Честно. Я выиграл пятихатку. Гоните бабло на бочку. Бабло отдай, а потом гори. Давай. Спасибо. Второй раунд. Сейчас, подожди, это не второй раунд. Это уже битва за первое и второе место. Сейчас посмотрим, кто кого затащит. Стасик. А почему? Где Стасик?
Стасик! 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 Ты чё стоишь на месте? Стасик, я тебе сейчас просто... Привет! Я не могла вообще двигаться. Нет, ну просто у тебя есть кнопки на клавиатуре, знаешь, можно нажимать вперед, назад, и тогда я будешь нажимала, двигаться. Я застряла, я не могла двигаться. Дайте мне штукарь еще раз, пожалуйста, а то у меня уже просто 19 пятихаток, я в следующей серии уже себе смогу что-то купить. На, штукарь, и где мои 300 рублей? Давай сюда 300. Какие ты? Так у меня уже 20 пятихаток, то есть у меня получается 10 тысяч прямо сейчас. Ля! 300 рублей тебе, Стасик, за красивые глазки. И наж... Ладно, хорошо, я тогда гемот включу, Мия. Ну шо, рыбы вы мои аквариумные, вы готовы? Только попробуй сказать ему, сразу в бан полетишь. Стасик, давай нажимай на кнопку. Битва за третье и четвертое место. Кто кого зарешает? Карп или окунь? Да. Окунь, окунь это ты, если что, сухарик. Поэтому давай, давай. Значит, карп. Да вы чё изди... Подождите, это было как-то слишком быстро, но Мия затащила, значит, бабло Мии. Мия, иди сюда, можешь купить себе кофеечек, если хочешь. Держи. 100 рублей прокачу по кругу каждого, кто заплатит. Садитесь, пожалуйста, на мой, на мою спину. Катайтесь, детишки, катайтесь. Я тут бегаю, наша русалочка-сухарик плавает здесь. Короче, реально зоопарк. Давайте рыбы, воду, воду, пожалуйста. Мия, ты тоже... Ах ты мстительная щука. Кушай яблище, кушай яблище. В этой серии мы даже не будем в конце ставить диванчики, потому что ну зачем? У меня копыта, я сесть не смогу просто. А у них хвостики, хвосты они раздвигать, к сожалению, не умеют. Зато многие из вас умеют ставить лайк кукуськи. Если ты хочешь видеть новую серию, выбери правильный. Ставь этот лайкос и обязательно подпишись на канал, чтобы не пропустить новую серию, как только она выйдет. Мы этим звездным отрядом русалок и кентавров говорим всем огромное спасибо. Я не знаю, что еще можно придумать, чтобы в следующей серии было больше наркомания, чем сейчас, но мы что-то придумаем обязательно. Спасибо, булечки, всем огромнейшее за просмотр, всем удачи и всем пока.